Привет, друзья! В этом видео я расскажу, как я ел пульпо, по-испански осьминог, в пульперии, уличном осьминожьем кафе в городке Мондоньедо в Галисии. Продолжается наше дорожное путешествие по Испании на поезде Коста-Верде или экспресс Зеленого берега. Мы третий день едем вдоль северного пути Эль-Камино, вдоль Бискайского залива Атлантического океана, время час ночи, и я, ваш тревел-курьер Мигель Осиповский, лежу в купе в интернете. Wi-Fi, кстати, сейчас в час ночи достаточно быстрый и надежный. Мы приехали в старинный городок Мондоньедо. Здесь живет всего 4000 человек, и известен он очень старым собором, которому уже 800 лет. Редкое сочетание готики и барокко. А на алтаре Nuestra Señora La Inglesa, или The English Madonna, из собора Святого Павла в Лондоне. А рядом находится та самая пульперия, где мы ели пульпо. Все очень просто. Большой чан с кипящей водой, достается осьминог. Большими ножницами режутся щупальца. Сливается вода. Сливается вода. Немного красной паприки. A little bit salt. Немного соли. A little bit olive oil. Немного оливкового масла. Палочки. Все это ставится и предлагается. Замечательный, замечательный осьминог с хлебом, а пульпо в пульперии. Все это стоит, маленькая порция стоит 8 евро, а большая стоит, нет, прошу прощения, 9 евро, а большая порция стоит 18 евро. Вот такой вкусный осьминог. Все очень просто. Пульпо в пульперии. Наш поезд отправляется дальше. Дальше мы уже поедем в старинную столицу Астурии, город Овьедо.